И к другим новостям. Предприятие «Ремстрой» продолжает благоустраивать город. По поручению главы Анапы, который он дал во время последнего объезда, начались работы сразу в нескольких точках. Сегодня готовится площадка под укладку плитки у городской больницы. С въезда убрали киоск и приподняли канализационные колодцы. Помимо этого, здесь теперь появятся пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Не менее масштабные изменения ждут аллею в районе пересечения улиц Тургенева и Таманская. Старую плитку демонтируют, ей на смену положат порядка 250 квадратных метров новой цветной. Заменят и бордюры, около 200 штук. Причем одновременно с монтажом рабочие сделают дренаж. Старую ограду, внешний вид которой не выдерживал никакой критики, уже срезали. Вместо нее здесь появится живая изгородь из туи.